Добрый день, друзья! Вы на канале Севастопол Лайв. Сегодня я хочу вам рассказать немножко о памятнике. Одном из символов города Севастополя – памятнике Павлу Степановичу Нахимову, великому русскому адмиралу, герою Севастополя. Конечно же, все его знают, все знают эту площадь, все знают этот памятник, рядом с которым я сейчас стою. Но меня беспокоит совершенно другое. То, в каком состоянии находится этот памятник. И уже многие годы, еще со времен СССР, потом при Украине, теперь в России, и все. То есть он ветшает, он постепенно теряет элементы свои. И вот некоторые из них, я как раз сейчас гулял возле памятника, и некоторые из них я вам сейчас покажу. Как бы уже давно назрел вопрос о том, чтобы восстановить этот памятник, отреставрировать, отремонтировать. Но давайте посмотрим, что потерял Севастополь и памятник Павлу Степановичу Нахимову за последние годы. Итак, я разворачиваю камеру, немножко расскажу. Значит, памятник украшен барельефами первой обороны Севастополя. И вот здесь барельеф мы видим. Значит, первое, что мы видим. Ну, значит, вот солдат. У него в руках винтовка, отсутствует ствол, отсутствует штык. Вот, видите, да? Теперь дальше. Вот какой-то элемент потерян. Теперь вот этот солдат тоже со спины, но давайте обойдем его с другой стороны и увидим, что у него отсутствует. Видите, в руках ничего нет. Вот здесь вот в руке что-то должно было быть. Сейчас не вижу, солнце яркое. И здесь. То есть он держит либо банник, либо ружье. Памятник обрамляют якоря с цепями. Говорят, что цепи укоротились. И они раньше были пристегнуты вот сюда вот. То есть сами цепи стали короче. Некоторые звенья уже потеряны. Так, давайте здесь пройдемся. Значит, вот, либо это запальный крюк в руках у матроса. Да, вот мы видим пустое место. Он опирается на запальный крюк, либо банник, опять же. Здесь элементы. Где-то еще что-то тут отсутствовало. Так. И давайте на фронтальный барельеф перейдем. Значит, по-моему, какой-то элемент здесь потерян. Здесь опять же звеньев не хватает цепи. Здесь... Ой, можно секунду? Значит, здесь что не хватает? Вот отломанный, значит, один банник элемент. Юр, вот здесь откручен запальный крюк. Его не видно было. Осталась резьба. Сейчас, вот отсутствует, то есть опираются запальный крюк. Отсутствует, опять же, банник. Вот банник должен опираться, он на него. И здесь отломаны палочки. Барабанные его палочки. Так, хотя с барельефом вот надо было, Юра. Давай с барельефом. Здесь. Ну и как бы тоже якоря вот в таком состоянии. То есть они должны быть пристегнуты. Здесь должны быть все звенья. Ну вот такой вот у нас в Севастополе памятник Павлу Степановичу Нахимову. Некоторых элементов на нем действительно не хватает. И сегодня... в день 220-летия Павла Степановича Нахимова. Сегодня здесь были мероприятия. Соответственно, были произнесены такие слова, что сберегли память, сберегли историю Павла Степановича Нахимова. Но, как мы видим, не все так хорошо. Давно уже пора взяться за реконструкцию этого памятника. Спасибо вам. Это был канал Севастопол Лайв. Я Димитра. Подпишитесь на канал. И спасибо всем за внимание. Пока.